Меньше часа остается до закрытия избирательных участков больших выборов 2021. Еще есть время, чтобы выразить свое волеизъявление тем, кто этого по каким-то причинам не сделал. Наша съемочная группа будет следить за закрытием одного из сургутских участков и дальнейшей судьбой бюллетеней. Но об этом мы расскажем уже завтра. А пока к новостям, которые поступили из избиркома к этому часу. По состоянию на 6 часов вечера явка по Сургуту составила 32,93%. Несмотря на невысокий показатель, он оказался выше прошлых парламентских выборов. Об этом нам сообщила председатель территориальной избирательной комиссии Светлана Гаранина. На дому проголосовали около 3000 горожан. Нарушений на участках не зарегистрировано. Первые предварительные результаты голосования начнут поступать из центра избиркома после 23 часов.